В отеле «Конаково Ривер Клаб» произошел сильный пожар. Тушить огонь съехались пожарные расчеты со всего Конаковского района. Кроме того, дополнительно были направлены пожарные из Твери. Вечером воскресенья 12 января в отеле «Конаково Ривер Клаб» произошел сильный пожар. Об этом сообщила в воскресенье вечером пресс-служба МЧС России по Тверской области. Огонь вспыхнул около 20:00. В 19:45 в оперативную дежурную смену СУС главного управления МЧС Тверской области поступило сообщение о загорании в гостиничном комплексе «Ривер Клаб», расположенном в Конаковском районе. Данный объект находится по высшему номеру. По предварительной информации, загорелась кровля пятиэтажного здания и сруба. К борьбе с огнем привлекались около 60 человек, 21 машина спецтехники МЧС. Возгорание было ликвидировано в этот же вечер. До прибытия пожарных подразделений граждане, находившиеся в здании, вышли самостоятельно. В итоге, по результатам пожара, пострадавших нет. В 20:48 объявлен локализация, 21 ликвидация пожара. В гостиничном комплексе не было отдыхающих. С его территории эвакуировано порядка 50 сотрудников. Пострадавших нет, а сумма ущерба пока неизвестна.